Çay. Gaz. Yok, kırın kahveniz. Hayır. 11 июня на пульт дежурного спасательного отряда департамента ПЧС поступило сообщение от жителей улицы Гагарина. Горожане сообщили, что в выгребной яме уличного туалета обнаружили тело новорожденного ребенка. По вызову на место происшествия отправилась группа спасателей. При помощи инструментов они вскрыли пол туалета и извлекли тело младенца. Сейчас полицейские выясняют, при каких обстоятельствах новорожденный ребенок оказался в выгребной яме. В Сарагашском районе прошли учения по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций. В них приняли участие пожарные, специалисты местного управления ПЧС, сотрудники Акимата и государственных служб. Главная цель учения – отработать действия служащих в случае землетрясения, пожаров и наводнений. В отработке также приняли участие ученики школ и воспитанники детских садов. Они продемонстрировали знания действий при угрозе землетрясения. На одном из простаивающих заводов пожарные района показали приемы эвакуации людей в случае пожара. Тренировка получила высокую оценку руководителей департамента ПЧС и местного акимата.